Казахстане вакцинация производится шприцами, вот, для которые исключают их повторное применение. То есть они самоблокируются после использования. Также хочу сказать, что с целью снижения риска осложнений, потом неблагоприятных последствий, а также уменьшение болевого синдрома для детей, это очень важно. С 2013 года в Казахстане используются многодозные вакцины. Вот. Использовались ранее многодозные вакцины, сейчас мы перешли на одноразовые шприц-дозы, то есть один раз. И причем это делается в одном шприце, вакцина от 3-6 инфекций. То есть не надо будет, мы уже с 2013 года используем вот эти современные вакцины, не надо ребенку колоть 6 раз, есть 6-валентная, будем говорить. Данное вот то, что мы используем ККП для профилактики кори в настоящее время, она против 3 инфекций сразу в одной шприц-дозе, одним уколом мы защищаем от кори, краснухи и паротита. И ежегодно мы в Казахстане прививаем более 5000 человек. Из них 1 миллион 300 тысяч – это дети.